Всем привет! Сегодня поговорим мы с вами о здоровье волос, поговорим о красоте волос. И мне просто задали вопрос, что же делать, у меня волосы сильно выпадают. Но вообще проблемы волос, да, они есть разного плана. И первое, нужно определить причину, потому что волосы могут быть, например, хрупкие, они могут быть там секущиеся, они могут выглядеть как мочалка, или они могут просто плохо расти, они могут выпадать, то есть состояние разное. Ну, давайте начнем с такого, с более простого, это внешние причины, от чего волос наш портится, что влияет снаружи. Ну, первое – это солнце, это ультрафиолетовые лучи. И если вы летом отдыхаете, то, пожалуйста, надевайте там шляпки-панамки. Это защищает волосы. Дальше, что у нас разрушает? Ну, также, если зима – это мороз. Вот девушки любят ходить с распущенными волосами. Но лучше волосы убирать, тогда они будут дольше, ну, красиво выглядеть. Что ежедневно, ну, почти ежедневно портит наши волосы, это фен, укладки и горячий воздух. Поэтому кто пользуется, кто сушит таким образом, во-первых, старайтесь, чтобы фен у вас был не на горячем режиме. А во-вторых, ну, это уже касается и всяких батарей и так далее. Да, перед тем, как вы используете фен, желательно наносить какие-то средства, которые защищают от, ну, вот этого термического воздействия. У нас, кстати, есть спрей. Я, правда, пользуюсь старой серией, но потом отдельно про него расскажу. То есть он прямо реально защищает волос от воздействия горячего воздуха. Ну, секущиеся кончики волос, волосы нужно периодически подстригать. И дальше смотрите, вот то, что мы используем, различные маски, кондиционеры, это у нас защита волос уже от того, что сыворотки, от того, что уже произошло с волосами. Вот, кстати, да, еще один фактор – это тот, кто красит волосы. Там, где про краску я рассказывала, что волос, он имеет у нас внутренний слой, внешний слой – это вот такие кутикулы, такие пластиночки, и чтобы пигмент проник внутрь волоса, получается, вот эта эмульсия, она раскрывает кутикулы, и пигмент проникает внутрь. Из-за того, что кутикулы вот так, как шишка, раскрылись, естественно, это считается уже волос, ну, плохо волосу, он уже больной. Поэтому после окрашивания всегда идут различные бальзамы, маски. Ну и вот хочу показать нашу серию HRX, после которой волос себя чувствует прекрасно. И, кстати, если говорить про наши краски, это вот для окрашенных волос, про наши краски, там бальзам в этой краске с использованием омеги-3 льняного масла. И тоже после окрашивания волосы прямо вот как будто бы наоборот их полечили. Вот такие различные масочки. Масочки наносим мы только на волос, не на кожу. Сейчас появились новиночки всякие для всех типов волос, там увлажняющие и так далее. То есть этим мы пользуемся для того, чтобы, ну, смягчить вот это разрушительное воздействие внешних различных факторов. Ну, а если у нас волосы, вот действительно, вот женщина пожаловалась, волосы падают, я вообще мою вот так пучками, они покидают голову, да, ну, или вот когда онкология идет, такое сумасшедшее
сумасшедший стресс у организма, воздействие облучения, да, и организм сбрасывает волосы для того, чтобы сохранить то, что есть внутри. То есть это на самом деле защитная реакция. То же самое происходит, когда беременные кормящие мамы, у которых не так много микроэлементов, белка не хватает даже на собственный организм. На сегодняшний день это частая такая ситуация. А естественно, когда женщина кормит ребенка, вынашивает, ее организм полностью все бросает на ребенка. И тогда женщина начинает очень сильно страдать. У нее ломаются ногти. Ногти и волосы — это вообще одна и та же структура. Она пачками теряет волосы. Это и говорит о глубоком дефиците микроэлементов. И вот хочу сказать, что наша линейка Wellness, она спасает от этой проблемы, потому что сбалансированное питание, оно дает поддержку. Мы же не можем просчитать, вот как мы питаемся, вообще все аминокислоты мы получаем, чего у нас не хватает. Мы не сдаем специфические такие анализы. Я, кстати, сдавала несколько лет, 10 назад, такой анализ. Берут волосы, прямо вырезают кусочек и анализируют на состав микроэлементов. И вот тогда эта картина открывает, чего нам не хватает. И конечно, вот так даже и не догадаешься. То есть вот когда я, например, вот этот анализ проводила, оказалось, что у меня, например, в глубоком дефиците селен. Но откуда это вообще узнаешь? Так вот, когда мы принимаем на постоянном, ежедневном таком, на ежедневной основе вот это сбалансированное питание, мы получаем все аминокислоты, особенно незаменимые, все жизненно важные витамины, минералы, жиры, и мы получаем вот восполнение того, чего нам не хватает в нашем рационе. По крайней мере, какую-то минимальную дозу. То есть здесь нет 100% дозы, потому что это все разработано с учетом того, что человек питается. Ну а как он питается, как можно проверить? Ну да никак. Ну, как бы так, более-менее общее мы можем анализировать, сколько мы там белка съедаем, но конкретно сколько, например, из белка, каких аминокислот мы получаем, мы не можем это проанализировать. Вот. И если у человека действительно появляется вот такая серьезная проблема, то на помощь приходит вот такой продукт. Он называется «Нутрикомплекс для волос и ногтей», но на самом деле он получается не только для волос и ногтей, а также еще и для всех остальных органов, потому что интересная такая штука. Вот смотрите, если вы находитесь в дефиците каких-то микроэлементов, у вас вы начинаете терять волосы, и вы понимаете, что эти дефициты испытывает организм, но не только волосы испытывают, но то, что внутри, то, что я говорила, да, организм начинает сбрасывать волосы, потому что не хватает на внутренние все процессы. Это защитная реакция. Как вы думаете, если вы начинаете восполнять дефицит, куда сначала организм бросит вот эти резервы? На волосы или на кроветворение, например, или там работу сердца, гемоглобин и так далее? Конечно, сначала идет восполнение дефицитов во всех внутренних органах. И только после этого идет уже отдача на волосы и ногти. Давайте разберем, что же в этом продукте есть. Ну, у меня, к сожалению, я допила, вот, ну, зимой пропивала, или там осенью даже. А сейчас вот, когда скидка, я хочу тоже купить, потому что, когда скидка, я всегда себе курс покупаю. Или себе, или дочке. Здесь три пластины, 42
таблеточки, вот так они выглядят, нужно ежедневно по 2 таблеточки выпивать одновременно. И курс 4 таких упаковки, 3 месяца. Если проблема за 3 месяца не решена, нужно сделать перерыв месяц и потом опять 3 месяца пропить, продолжить. Итак, что в этом продукте? Здесь у нас прежде всего белок, именно строительный материал для волос. Это L-лизин и L-цистеин. Если мы постоянно получаем белок, то у нас нет, вот, то есть если мы постоянно вот такую добавку пьем, то нет такой необходимости. Но если все-таки вот, кстати, я еще не сказала, бывает еще, например, сбой гормональный. Это бывает тоже, ну вот когда беременность, кормление, бывают какие-то, ну, заболевания, да. Также в зрелом периоде, когда наступает менопауза, тоже идут гормональные сбои. Почему женщины взрослого возраста тоже очень часто у них начинает, даже если в молодости волос было много, и вдруг начинает вот такое прямо проредение. Мужчины страдают, у мужчин лысина, да? То есть это продукт, который помогает, по крайней мере, если вовремя начать восполнять дефицит, то луковицы, которые еще не умерли, они восстанавливаются. Если, конечно, уже луковицы все умерли, то уже не восстановить. Так, итак, первое – это белок у нас, строительный материал для волос и для ногтей. Второе – здесь микроэлементы – цинк, селен и железо. Цинк и селен, они в принципе поддерживают хорошее состояние волос, а железо, оно отвечает за доставку кислорода к луковицам. И тут еще в связке идет витамин С, который помогает усваиваться железу. И, кстати, если у кого проблемой не с волосами, а низкий очень гемоглобин, вообще вот Wellness Pack многим помог в восстановлении гемоглобина. Ну и также вот нутрикомплекс, он просто более усиленно действует, потому что здесь железо и витамин С. Что здесь? Еще здесь находится экстракт яблока, он источник протеанида В, который блокирует выпадение волос. И вот получается, с вот этой добавкой организм получает то, что блокирует выпадение волос, получает строительный материал для волоса, получает обеспечение железом, обеспечение кислородом корней волос. И именно по этой причине, в общем-то, есть примеры, когда прямо фотографируют. Вот была там такие редкие-редкие волосы, а вот оно все заросло. Или волосы, ну, были в плохом состоянии, потом человек начинает пить, добавляет, получается, свой рацион, и потом вот так показывает, а у него вот здесь прямо подшерсток. Ну или там в парикмахерской специалисты говорят: о, у тебя все тут заросло, да, начинает расти. Вот, получается, что причины у нас все идут изнутри, но также идет воздействие снаружи, поэтому заботимся и изнутри о своем организме и о красоте, и, конечно, ухаживаем снаружи. Ну, я желаю вам красоты и здоровья. Здоровье прежде всего. Без здоровья невозможно быть красивым. И также невозможно иметь энергию, хорошее настроение и, соответственно, силы на различные дела, проекты и так далее. То есть то, что уже дает успешность. То есть я вам желаю быть здоровыми, красивыми и успешными.